Человек! Мышь? Они меня казнят! Заткнись! Ты виновен в убийстве! Они взяли не того! Я чист, словно младенец! В какую западню он снова угодил? Держись, мышь! Спасибо. Спасибо, Байек. Вытащи меня отсюда. Я ранен. Превыше всего! Безусловно. Не волнуйся, угроза миновала. Спасибо тебе, Байек. Эй, а да исести! Офтальмус ина эорон аболесен! Истинный убийца не пойман. Мои друзья в опасности. Успокойся. Расскажи все подробно, мышь. Я был в бане, общался с приятелями, как вдруг ко мне подошли легионеры. Что ж ты их не отвадил? Им плевать. Обвинили меня в жестоком убийстве ростовщика Павла Аврелия. Нашли следы волос, но не моих. Мы встречались, да, но когда я уходил, он был вполне живой. Кутил, как обычно. Называй меня кем хочешь, но я не убийца. Все хорошо, мышь. Я тебе верю. Но поверят ли римляне, калеки и египтянину? Тише. Будь осторожен и жди меня в саду около храма Зевса. Возможно, в банях я смогу узнать что-то про убийцу. Я знаю, что Сминтос не убивал. Нужно понять, кто виновен. Римляне решили закрыть баню. Поищу другой путь. Труп перетащили. Нужно найти его. Щетка вся в крови. Неужто ей убили? Рассыпанные бусины. Кто-то порвал ожерелье. Неужели Аврелий боролся с женщиной? Булавка с платья? Может, убийца женщина? Рыжая, но это конский волос. Может, от парика? Вот почему они обвинили Сминтоса. Убийца оставил послание. Они заплатят за свои поступки. Кто-то вознамерился отомстить.
Чую запах смерти. И чего-то еще. Духов? А ты что расскажешь, Павел Аврелий? Кажется, у него что-то во рту. Записка? Я избавлю Кирену от гедонистов. В следующем акте падет величайший актер Кирены. Метробий. Тут есть подпись. Веста? Веста, Веста. Чем тебе не угодили гедонисты? Надо найти актера прежде, чем это сделает убийца. Фан будет потрясен, если актер пострадает. Почему Веста выбрала их? Это блудница, что мстит посетителям. Нужно убить льва, прежде чем продолжать расследование. Но похоже, это вторая жертва Весты. Метробий мертвец, Дубин. Но хотя бы у нас есть шанс. От Метробия, второй жертвы убийцы, почти ничего не осталось. Здесь записка. Метробий свое уже отыграл. Остался только блудник. Он умрет в Лупанарии. А Веста умеет действовать эффектно. Похоже, она имеет в виду бордель неподалеку. Слишком поздно. Снова записка. Это про блудника. Ты умрешь, отец. Теперь ты спокойна, мать? О, боги! Это Веста безумна. Вот и все, мама. Все кончено. Скоро я встречусь с тобой. Я закончу. Я не смогу жить без нее. Зачем ты убивала? Да, боль бывает невыносимой, но ты безумна. Тебе не понять, каково это — родиться в огне. Похоже, Веста не блудница, а ее пропавший сын. Пусть тебя судят в другом месте. Пора вернуться к Сминтосу.
Байек, ты нашел убийцу? Да. Это сын блудницы. Он очень горевал из-за смерти матери. Думал, ее Кани обретет покой, пока он не найдет отца. Он мертв? Прости, мышь. Я не смог его вразумить. У меня его письма. Это печальная история. Бедняга, мне так жаль. Что будешь делать? Римляне примутся тебя искать. Я отправлюсь к берегам Аполлонии, где море так близко, что можно ощутить его вкус. Навестишь меня, Байек? Удачи, мышь.